Харе Кришна, Шрила Прабхупада Ки Джай, храм ведического планетария Ки Джай. От лица Амбариши Прабху и всей команды храма мы с огромной радостью и трепетом хотим поделиться новостями о крыле Нарасимхадева. Первоначальное открытие крыла планировалось на октябрь 2023 года. Срок немного изменился из-за логистических проблем, связанных с доставкой материалов в Шридхар Майяпур. Торжественное открытие произойдет с 29 февраля по 2 марта 2024 года. 29 февраля – это 150-я годовщина со дня явления Его Божественной Милости Бхактистан Сарасвати Такура. Это первый день празднования. Затем 1 марта будет великолепное торжество с грандиозной пуджей и огненной яги. И 2 марта мы откроем крыло Нарасимхадева для всего сообщества преданных. А сейчас давайте посмотрим, что происходит в крыле Нарасимхадева. Вы видите удивительную величественную колонну. Нарасимхадев появился из колонны. И эти колонны Шраваном, Киртаном, Смараном и Атманиведаном. Перед нами колонна Смараном, которая облицована Розо Аликанте, эксклюзивным испанским мрамором. Огромная колонна из прекрасного мрамора. Также будут добавлены несколько золотых элементов. По всему периметру колонны пройдут полоски из золота. И вот такой резной золотой элемент в нижней части колонны. А это колонна Атманиведанам, одна из восьми основных колонн, окружающих алтарь Нарасимхадева. Она облицована зеленым мрамором из Бразилии и черным мрамором из Южной Индии, потрясающим рифленым мрамором. South India. Amazing marble. Amazing fluted marble. And this is all designed. Всю эту красоту спроектировали ее милость Свахаде Видаси и Матаджи Рангавати. Они трудились много часов, чтобы создать оформление крыла Нарасимхадева, а также главного храма. Приложили большие усилия, чтобы порадовать Его Божественную Милость Бхактивиданту с вами, Шрилу Прабхупаду и все сообщество преданных. Сейчас я нахожусь рядом с колонной Киртаном. Здесь будет несколько колонн Киртана. И вы видите эту красивую колонну из зеленого бразильского и белого вьетнамского мрамора с прекрасными золотыми элементами. Еще одно чудо в процессе создания. А что происходит здесь? Прямо на ваших глазах собирают дверь в Дхаму, одну из 16 дверей перед входом в Вайкунтху. Прекрасная дверь из дерева тика с несколькими латунными элементами. Обходя храм Нарасимхадева парикрамы, можно увидеть эти 16 дверей, каждая из которых дверь в Дхаму. Здесь идет подготовка потолка, рисунок, орнамент, который будет наверху, создается в Шридхар Майяпуре, в нашей мастерской. Как видите, работы по оформлению потолка также практически завершены. Эта величественная, красивая конструкция будет размещена на потолке. You can see that such a vast, beautiful, large design which goes on the ceiling.
Сейчас я нахожусь на этаже музея, чтобы показать вам строительство с высоты птичьего полета. Это отделка, удивительный карниз из бразильского зеленого и черного мрамора. Будет размещен на каждом уровне потолка. Такого вы никогда раньше не видели. Невероятные карнизы, удивительно мастерски спроектированные и сделанные. До качества звука кессонный потолок изготовлен из акустических материалов. Чтобы не было искажения звука, потому что это столица Киртана, и миллионы людей будут воспевать здесь Хари Кришна Махамантру. Поэтому хорошая акустика очень важна. This coffer ceiling has been integrated with acoustic materials. It's completely done. It's fabulous ceilings with a crown. It's a ceiling. Этот сказочный потолок с короной, удивительная люстра с павлинами. Она так необычно художественно оформлена. Фантастика. Вы должны приехать сюда, чтобы увидеть это своими глазами. Потолок, люстра, алтарь, колонны, пол. Все в этом храме просто превосходно. И у каждого есть несколько возможностей принять участие в строительстве храма Господа Нарасимхадева. Последние 5 месяцев я путешествую по Америке и вижу, с каким трепетом преданные относятся к Господу Нарасимхадеву. Мы знаем, что Господь Нарасимхадев защищал и проявлялся в жизни каждого из нас. И сейчас настал момент, когда мы можем отплатить Господу Нарасимхадеву взаимностью и построить его новый дом. Все, что вы спонсируете сегодня, можно будет оплатить в течение 3,5 лет, постепенно, по частям. Давайте вместе соберемся в Шридхар Майяпуре 29 февраля. Амбариша Прабу приглашает на грандиозный праздник открытия 3-дневный фестиваль. Начиная со 150-й годовщины со дня явления его божественной милости Бхактисиддханта Сарасвати Такура и до 2 марта. Это станет прекрасным подношением Шрилы Прабхупады своему гуру, его божественной милости, Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. Ждем вас в гости, чтобы вы стали свидетелями грандиозной истории, чуда, которое происходит в храме Господа Нарасимхадева. Большое спасибо всем вам. Хари Кришна.